Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян пришел уже за повторной дозой иммунитета. Первый раз привился от коронавирусной инфекции в апреле. Спустя полгода необходима повторная вакцинация. Весной министр выбрал спутник Ви, теперь прививается лайтом. Однако для повторной прививки можно использовать любую вакцину из официально зарегистрированных. Их сейчас 4. Не сдавал никаких анализов на антитела, поскольку основным является именно временной промежуток. Прошло 6 месяцев, нужно сделать повторную вакцинацию для того, чтобы создать максимальный уровень напряженности иммунитета в организме. Имеется достаточное количество всех видов вакцины, более 350 тысяч доз во всех поликлинических учреждениях Самарской области. И отмечаю, что постепенно наращивается темп вакцинации повторной. Одновременно проводим работу, конечно же, с введением QR-кодов во все сферы жизнедеятельности. Во второй клинической больнице прививку от ковида сделали более 12 тысяч пациентов. И уже каждый десятый прошел повторную вакцинацию. Еще совсем недавно медики фиксировали спад желающих получить иммунитет. Но уже сегодня большой приток. Особенно активны люди старшего поколения, которые находятся в зоне риска. Заболевания, как грипп, так и новая коронавирусная инфекция, у них протекает тяжелее. И риск осложнений гораздо выше. Риск тяжелого заболевания выше, и риск неблагоприятного, самого плачевного исхода тоже растет с возрастом. В осенний период, когда традиционно возрастает количество респираторных заболеваний, врачи советуют прививаться и от гриппа, но только спустя месяц после вакцинации от ковида. Светлана Кудрявцева, «События».